Доброго времени суток, друзья! Канал Провинции снова приветствует вас. Сегодня мы решили с вами обсудить предстоящий бой Дантея Уайлдера и Луиса Ортиса, который должен скоро состояться, независимо от допинг-теста, который нашли у Ортиса. Ну что, друзья, я могу сказать по этим бойцам. То, что если, значит, бой все-таки состоится, конечно, это большой минус для Дантея Уайлдера, что Ортис будет выступать под допингом. Почему? Потому что мы прекрасно помним с вами бой нашего Дениса Лебедева и Джонса, значит, когда Джонс выступал под допингом, вы помните, сколько ударов нанес Денис Лебедев ему. Джонс держал эти удары без проблем, без всяких, и поэтому выиграл бой. Поэтому не был нокаутирован из-за допинга, друзья. Поэтому здесь не так все просто. Поэтому, значит, у нас что... Но все равно давайте сравним плюсы и минусы. У нас Уайлдер Дантей, что у нас? Значит, он выше ростом. Ортиса где-то сантиметров на 7, на 8 он повыше его. Но значит, у него выброс руки поменьше. Но это, я думаю, не повлияет на бой. Потому что Дантею, как обычно, придется боксировать сверху вниз. То есть он выше Ортиса и Уайлдеру сверху вниз. Это намного, друзья, легче, чем снизу боксировать вверх. Что придется Ортису делать? Он и без того пренебрегает полностью защитой Ортис. Что в ближнем бою работает с открытыми руками. Ой, с открытой головой, извиняюсь. Что в дальнем бою. Но с низкорослыми соперниками, со своего роста, ему проще. Рука вылетает практически прямо. А здесь, если руки будут вылетать вверх, то опускаться они будут все ниже и ниже. Что большой плюс для Дантея Уайлдера. Поэтому и еще такой минус, друзья. Я заметил, что у Ортиса сила удара падает во второй половине боя. То есть уже удары начинаются набрасывающие такие, что не нанесет ущерб Дантею Уайлдеру. Значит, в размен на ближней дистанции, я думаю, Уайлдер не пойдет. А в размене на дальней дистанции, что это прекрасно может Дантей. И что не может Ортис. Вот это большой плюс Уайлдеру, значит, над Ортисом. Но опять допинг, друзья. Допинг, друзья, может повлиять на то, что все-таки Ортис выдержит вот эти удары. Но опять, куда он будет бить? Если Дантей Уайлдер не будет злиться, друзья, и, значит, не будет вот делать то, что он делает иногда, когда разозлится, а будет думать умеренно и бить точно в подбородок, да, он срубит Ортиса. Но если он опять начнет вот злиться, бить куда ни попадя, в голову, в плечи, в спину, конечно, бой может закончиться и по очкам, может по очкам закончиться в пользу Дантея Уайлдера. Вот это допинг, вот эта злость, которую он будет выплескивать. Но если он постарается, Уайлдер постарается и будет расчетливо действовать и бить точно подбородок, потому что цель будет открыта перед ним, друзья. Она открытая и практически стоячая. Потому что Ортис работает тоже на дистанции, но у него нет, ну, во второй половине боя вообще у него ноги как бы отказывают, он начинает топтаться, ходить. Вот. Нет у него того, что есть у Уайлдера. Поэтому, друзья, я думаю, что Уайлдер Дантей победит Ортиса и что я думаю, возможно, и
Конечно, конечно, я думаю, что в конце боя, возможно, и нокаутом. Но вот этот допинг, друзья, может привести к тому, что закончится бой по очкам. Ну все, друзья, подписываемся на канал «Провинция». С вами, со мной очень интересно. Всем пока, удачи!